Привет, друзья! Северная дача на связи. Мурманская область. У нас наступила наконец-таки настоящая весна. На участке снег еще, конечно же, лежит. Я его неправильно стаскивала в этом году в самый темный участок, поэтому вода еще есть. Но я обещала рассказать о розах. Укрытие роз воздушно-сухим способом. Спанбонд. Просто сейчас дуги уже убираю, забыла, что я вам обещала видео. На спанбонд долго держала открытым вот эти вот торцы. Весна наступила в обратку. То есть торцы открыла, они у меня стояли. Сегодня пришло время снимать. Собственно говоря, да, где-то что-то почернело. Вот она, роза кардана вышла из зимы. Вот еще, вот там еще самая выносливая, вот самая из всего. Сейчас покажу. Это Фредерик Мистраль. Это еще роза кардана. Это просыпаются на гортензии почки. А там она почечка. Значит, что я сделала? Отгребла. Вот этот кустик кардана пропал. А я его даже не пролила сейчас. Я сейчас растворила HB101 и пролила все розы. Здесь есть, где-то нету. Ну, в общем, как советуют, не спешите обрезать. Розы не вымерзли. У меня розы с апреля. Потому что зима долго не могла начаться. Ну, собственно говоря, всю зиму было где-то минус 7, минус 8. Наверное, неделю минус 20 только постояла. Ну и снега было, чтобы понимали, до самого окна. А вот эта роза, посмотрите, это лак Маджео, которая вообще не укрывалась. Да, канадская парковая. Да, она должна быть неприхотливой. Но я ее не укрывала от слова совсем. Вот я думаю, на следующий год, наверное, я тоже не буду укрывать эти розы. Максимум, что лапником. Хотя даже такой результат для первогодок, я считаю, что очень даже удачный. Ну и сейчас дуги буду снимать, ставить их реже, укрывать более тонким полотном, только ради того, чтобы молодые отросточки не обожгло солнцем, потому что это у меня самое солнечное место. Ну, вот, в принципе, и даже снег с крыши падал, в принципе, вот такое плетение из дуг. Не потревожила. Ну, вот она какая красавица. Ай-яй-яй-яй. Да и на кардане уже вон они, отростки лезут во все. Ну, дай бог, я буду с цветами. И подготовила новое место. Хочу вдоль забора отгородить, посадить плетистую розу. Вот одна ямка подготовлена. Видите, вода еще стоит. Вон вторая. Через неделю должны розы прийти. Я хочу здесь посадить тоже хорошее солнечное место, плетистые розы. Ну, в общем, вот это я и хотела вам рассказать. Всем удачи, я пошла работать.